Это рубрика «От нуба до бога» с нулевого аккаунта. Я буду развиваться до очень топового аккаунта, как у меня основной, после чего я разыграю этот аккаунт и также сделаю мини-конкурс. За первое место ты получаешь этот аккаунт, за второе место ты получаешь 500 робуксов, за третье место ты получаешь 250 робуксов, и с 4 по 10 место мои подписчики получают по 100 робуксов. Также, ребята, если хочешь выиграть этот аккаунт, тебе нужно постоянно комментировать серии, также ставить лайки на серии. Если ты это все сделал, то у тебя будет очень огромный шанс выиграть в этой рубрике. Всем удачи и приятного просмотра. До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робуксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе BizFarm Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным. Так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это BizFarm Продажа. Она такая одна. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новая замечательная и очень классная серия от Нуба до Бога, так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком, ну и также давайте наберем на этом ролике, ну, лайков 189. Как только набираем 189 лайков, так сразу пускаю новую топовую серию, ну, а мы приступаем к серии. В общем, ребят, на чем я остановился в прошлый раз, на том, в принципе, и продолжаем, очень давно достаточно серии не было, и я это все, ребята, время фармил, как вы знаете, я запускаю 2, 3, 4 аккаунта, то есть, допустим, одного или два подписчика я бущу, а два аккаунта своих запускаю, то есть основной и получается от Нуба до Бога. Ну и в общем, я накопил 1500 тикетов, ребята, за это время, также накопил 101 миллиард меда, да, не удивляйтесь, могу пойти купить гамми боты себе, ну конечно же ресурсов мне на них не хватит, поэтому мы будем сегодня делать совсем другое. Надеюсь, что серия зайдет прям вам очень сильно, и очень надеюсь, что мы наберем на немного лайков, потому что на эту серию, я считаю, то, что уйдет много стараний, потому что, как вы можете заметить, ну реально, 1500 тикетов, и как вы знаете, что я буду делать, ребят, первым делом мы идем совершать одну из крупнейших сегодня в ролике покупок, мы, ребята, покупаем... Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов BizFarm, у них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом, по дешевым ценам, взлетайте и покупайте. Стар печеньку, раз, два, три, купили мы ее, фу, ну за это по-любому ставим, ребят, лайк, потому что такие покупки, это, конечно, вообще шикарно, но знаете, куда мы тратим? В общем, я не буду в данный момент проводить опрос, на что мне тратить эту стар печеньку долгожданную, но я помню, ребят, кто помнит, кто сидит у меня в телеграм-канале в моем, Костя Пау-Пау, если что, он есть ссылочка в закрепленном комментарии на него, в общем, я вас спрашивал, на кого ставим стар печеньку, либо на Таби Би, либо ставим на Фотонку. Многие проголосовали, когда я только сделал пост в течение 5 минут, который продержался, все ответили, давай Таби делай. 5 человек за Таби было, 2 человека за Фотонку. Ну и я сделал Таби. Но в итоге потом оказалось, после видео пост набрал намного больше просмотров, в принципе, и проголосовало 20 человек за Фотонку и только 6 человек за Таби. Ну и поэтому сегодня в ролике, как вы понимаете, я делаю Фотонку себе одаренной. Все, я ее сделал одаренной, теперь мой фарм еще сильнее будет, и у меня как бы новая еще одаренка, и тем временем у меня сколько остается на следующий, получается, амулет звезды. По идее, очень много еще нужно будет пчел мне выбить одаренных, что получается я смог себе приобрести долгожданный суприм амулет. У меня только 34 вида разных пчел имеется одаренных, и нужно еще 6 видов новых одаренных пчел добыть, и тогда я могу купить самый лучший амулет в игре, и это будет очень жестко. Ну поэтому давайте что-то делать, я надеюсь, что, ну реально, серия получится крутой. Как вы видите, у меня, ребят, 44 пчелы. Чтобы сделать красиво, можно купить еще один слот, но давайте вначале посмотрим, сколько он стоит, потому что я, если честно, уже забыл, сколько он может стоить, но скорее всего очень дорого стоит. Так давайте проверим. 20 миллиардов. В принципе, ну не так уж и много. У меня тем более 100 миллиардов. Мы покупаем, ребята, один слот. Все, теперь, ребята, у меня 45 пчел. Я считаю, то, что это еще одна крупная покупка сегодня в ролике. Поэтому мы идем, ребята, и поставим на него, в принципе, basic яйцо. Так, давайте поставим. Так, мы поставили basic яйцо. Все, теперь у меня тут обычная пчела стоит. Конечно, я ее сейчас поменяю. Не знаю, на что у меня стоит. У меня стоит на легендарных пчел. Ладно, сейчас все равно мы будем менять пчел. Поэтому, в принципе,
пойдемте еще что-то посмотрим, что мы можем сделать. Пойдемте, в принципе, сходим гамме пчеле. Ну, точнее, гамме, где у нас гамме отдел, получается, ботинки, маска. Давайте сходим, проверим. Возможно, я вообще хочу на самом-то деле проверить, сколько мне ресурсов еще нужно. Давайте заберем клей. Так, забираем клей. 4 клея плюс. В общем, мне нужно 250 клея, из него у меня только 111, плюс 100 энзимов, почти они у меня есть, и 100 глиттеров. Это самый дорогой ресурс, который мне нужен. У меня всего 29 глиттеров, ну и плюс Magic Bean'ов 37 штук. В принципе, не особо у меня всего много, но ничего страшного. Так, давайте возьмем тут... Что я тут могу сделать? Я хочу как-то выйти из этой комнаты. По идее, если я вот так сейчас напрыгаю, поговорю, получается, с медведем, он должен меня убить. И я ресетнусь. Вроде это так работает, но я, честно, уже не помню, как это работает. Где-то тут можно брать вхат из гамме. Да. Я хочу, чтобы он меня убил, но, видимо, я этого ответа буду... Вот, все. По идее, он сейчас должен меня убить, нет? Угу. Goodbye, Beekeepers. Все, он убил меня. И теперь, ребят, мы выходим из этой комнатки и пойдемте еще кое-что сделаем. Или ничего делать не будем. Я бы на самом-то деле хотел и паролить пчел. Возможно, сегодня мы выбьем мифик. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Давайте попробуем это сделать. Куплю я сразу, наверное, 1030 райд-желе. Давайте так сделаем. Покупаю... Не, давайте куплю 40 и 40 оставлю. Даже куплю 41 тысячу райд-желе. И 40 я пока что оставлю. Возможно, я передумаю и не захочу еще раз ролить пчел, а захочу, допустим, прокачать пчел. В любом случае, это возможно. Так, спринкера у меня эти есть. Суприм пока не буду спешить, пока его крафтить. Давайте пока скрафтим какие-нибудь ресурсы. Кстати, у меня еще вроде как набрались. Да, у меня блубери уже 11 тысяч. В принципе, это да. Так, давайте еще скрафтим энзимов. Не знаю, сколько получится, столько и буду крафтить. Так, прям на весь мед свой. За 41 тикет ускоряет процесс, пускай валяется у меня. Так, дальше масло. Кстати, масел я могу много сделать, у меня 5800 сунфлайверов. Не, пока оставлю. Пускай пока будет, энзимов я на всякий случай сделал, пусть они валяются у меня в инвентаре. Я считаю то, что когда-нибудь они мне в любом случае понадобятся. Кстати, можем еще сходить проверить, сколько мне не хватает до плентера. У меня уже Candy Planter есть, следующий, я не помню какой Planter, вроде бы Techie Planter идет, а потом уже получается идет у нас радиационный Planter. Давайте это проверим, может быть я какой-нибудь новенький Planter прикуплю, хотелось бы уже 3 Planter хороших иметь. Так, давайте посмотрим. Нет, у меня точно на него ресурсов в данный момент не хватит. А, кстати, вот на этот самый крутой плентер, ну, не самый крутой, просто радиационный плентер, на него мне не хватает вроде бы прям... А, ну, как бы у меня нету зеленых свечей, это получается каустик вакс и хард ваксов. Ну, хард ваксы я-то сделаю, вот каустик с вакса, где это буду, пока, конечно, не представляю. Ну, погнали, в общем, ролить, не знаю. Наверное, сегодня я буду делать это на легендарках, как обычно, потому что если я буду... ролить на легендарках, тогда у меня есть возможность выбить побольше себе, получается, мифических пчел. Ну ладно, я полетел, ребят, ролить. Как только выпадет какой-нибудь мифик, мы, конечно же, вернемся к ролику. Очень надеюсь, либо красный, либо, конечно же, можно мне синий мифик. Это было бы круто. Вот. А другие мифики, конечно, мне не нужны. Ладно, я погнал. Ребят, выпала мне вот эта красная пчела, Принцесс, в принципе, ну, неплохая пчела, пусть будет, в любом случае, либо мне красные пчелы нападают, и я сразу пойду в красную улей, либо мне нападают синие, в общем, кого будет больше, в тот улей я сразу иду. В любом случае, этот аккаунт должен быть в итоге в красном улье. Ну и, конечно, когда он будет уже топовый, мы его разыграем. Ну, в общем, давайте тогда дальше. Я даже не знаю, на кого мне ставить, потому что вроде как у меня все пчелы так хорошо стоят, которые мне, в принципе, и нужны. Некого менять. Просто некого. Давайте кого-нибудь попробуем брать. Я, честно, вообще не понимаю. Хоть и новый слот сделал, но куда...
потратить оставшиеся. Ну, давайте попробуем ногами пчелу поставить. Она в любом случае не одаренная, поэтому вернуть в улей ее всегда можно будет, потому что как бы она пока что еще не одаренная. Пока так, ну а мы погнали дальше. Так, ребят, еще один мифик, тапочек выпал. Неплохо, два мифика за ролик, это уже, я считаю, превосходно. Так, что я могу еще поменять? Блин, у меня тут упала ручка. Ну, точнее, подик. Ну, ладно, хрен с ним, у меня есть две ниндзи, которые мне не нужны. Ну, как бы, зачем мне две ниндзи иметь в угле? Ладно, все, одну я поменял и летим дальше, в принципе, ролить. Так, ребят, третий мифик за ролик. Вектор, в принципе, неплохо. В принципе, у меня остается 6700 рейл желе, которые я, в принципе, могу сейчас потратить, но стоит ли? Я считаю то, что эти рейл желе мы оставим на следующий ролик. Надеюсь, в чатике, точнее, в комментариях вы с этим согласитесь, потому что, ну, я считаю то, что это будет правильно. Поэтому, что я могу еще сделать, я не знаю. Мне что-то убрать надо, а вот что убрать? Ну вот, Леонби, зачем, ненужная пчела. Поэтому что, мы вместо нее ставим Гамми и не хвораем, просто не хвораем, вообще не хвораем. Мы ставим обратно свою Гамми пчелку, все, Гамми пчелка у нас на месте. 40 тысяч, точнее 40 миллиардов, блин, путаю постоянно. 40 миллиардов мы последненькие. Если сливаем на пчел, я считаю то, что это будет капец как правильно, потому что, ну, пчелок тоже нужно прокачивать. Я уже устал, хочу очень сильно себе уже кокосовые вещи, потому что когда у тебя вещи круче, ты фармишь тем временем намного круче. Поэтому что мы делаем? Идем и, получается, сливаем наши печеньки. Давайте найдем, кого можно, кого нельзя. В принципе, 12 пчел мы не трогаем. Пусть они будут, как и будут, 12-е. Ну и прокачиваем всех пчел 11 уровня на новый этап уровня или жизни. Ну, в принципе, называйте как хотите. В принципе, качаем до 12 уровня тех пчел, которые у меня еще не 12-го. По идее, мне должно хватить, ребят, на всех. Так, все отлично, теперь у меня два столбика 12 уровня, третий столбик, так, тоже давайте его вкачаем до 12, так, третий столбик тоже у меня 12 уровня, давайте четвертый столбик тоже прокачиваем, конечно же, получается на 12 уровень, нам нужен 12 уровень. Так, давайте еще 12. По идее мне хватит. Так, и вот четвертый столбик у меня теперь тоже прокачан. Отлично. Так, и пятый столбик. Вот у нас тут тоже есть 11 уровня пчелки. Убираем их. Просто убираем, ребят. Убираем их и вкачиваем наших любимых пчелок. Так, сюда давайте я вкину, не знаю, 25 тысяч. Сколько это выйдет? Это 8 уровень. Так, ну и давайте еще 25 тысяч вкормим, не знаю, хватит мне, это будет 9, да? Да, это будет 9, тогда давайте таким образом просто вкачаем последнее.
просто вкидываем в нее тоже. Теперь у нас все пчелы, ребят, все полностью фулы ули, у нас 12 уровня, ребят. Я считаю то, что это успех. Ну и давайте прокачаем наших любимых пчелок. Получается уже на 13 уровень. Я считаю, это вообще классно. Так, давайте еще медведика, конечно же, на 13. И давайте фотоночку на 13 подтянем. Ну и в принципе, отлично. Просто отлично, подкачали наших ивентовых одаренных пчелок тоже, получается, на уровень новенький, на 13-й. Ну, больше никого такого я вкачать, в принципе, не вижу. Конечно, можно вкачать нашу одаренную буянтика, не знаю, но не хватит, да, не хватит, к сожалению. Если еще в следующем ролике докачаем обязательно ее, потому что чем больше уровень, тем больше она шариков дает, вроде как. Ну, в принципе, вот такая вот серия получилась. Я считаю, топ, пойдемте убьем еще боссиков, возможно, с них сейчас нам что-то интересное выпадет. Конечно, не точно, но возможно. Ладно, пойдемте. Кстати, у меня 2 даймонд яйца, ну, вроде так и было, вроде так и было. Поэтому что тут говорить, нечего, абсолютно нечего говорить. Я думаю, ребят, следующая пчелка... Ребят, напишите в комментариях под этим, под этой серией, как вы думаете, какую следующую пчелку мне дарят из ивентовых. Первым делом, конечно же, ивентовых одаряем, а потом уже определимся, что мы будем одарять. Так что пишите в комментариях обязательно, потому что я думаю, то, что я бы на Вициуса, я бы чисто на Вициуса, на, получается, шипастика накинул, что получается, он был у меня сильней, мобы восстанавливались быстрее, что получается, я больше ресурсов за меньшее время копил. Я считаю, это тоже будет успех. Так что давайте убиваем туннельного медведя. Туннельный мишка, а ну-ка, может, ты нам даймонд яйцо дашь? Было бы круто, было бы славно, я бы сказал. Так, давайте убиваем его, убиваем. Так, все. Даймонд яйцо выпало, ребята. Вы понимаете, просто за этот ролик по-любому, по-любому ставим лайк. Вы реально, вы понимаете, я просто в рофл сказал, давай даймонд яйцо, и мне падает даймонд яйцо. Вот оно, вот оно, вот оно. Теперь у меня 3 даймонд яйца. Это, ребята, успех. Это, ребята, залог успеха. Играем, прокачиваемся. Это невероятно крутая серия. Это еще один очень лютый ресурс, который мне нужен. Совсем скоро, я считаю, то, что у нас будет Diamond Маска. Ну, ладно, на связи был Косик Пау-Пау, ребята. Порекомендуйте это видео своему другу. Расскажите обязательно о нем. Порекомендуйте эту серию, это видео, допустим, в каких-нибудь дискордах Роблокса или телеграммах Роблокса. Обязательно рекомендуем это видео, набираем 189 лайков, так сразу пускай новую топовую серию. Но на связи был Косик Пау-Пау, ребятки. Оставайся добрым, будь мудрым, завтра увидимся на новом топовом ролике. Будет буст подписчика, это 100%. Всем пока-пока.